точно 7 холмов. И на каждом холме стояла своя церковь. И теперь мы не собой вообще не самое. Потом через много лет нашли катакомбы. Монахи, они прорыли между этими холмами катакомбы. И так ходили, общались. То есть все под землей происходило. Были таможни везде. Каждый холм, каждый имел свой таможню. То есть они не менялись. Они вроде не были пошлины. Знаешь, как интересно? Можно два слова сказать. Да. Вот смотрите, вот наш старый канал. Этот канал был создан для того, чтобы обеспечивать жителей города продуктами питания, лесом и так далее. Но он был низенький, и поэтому ходили здесь баржи, которые вот за этими палатками, а это, кстати, праздник улицы, поэтому здесь вот торжество. А этот канал, он куда? От речки и куда он идет, собственно? Он очень длинный канал, он пересекает весь город. И всегда была мечта соединить Майн, Дунай с морем, с выходом к морю. Поэтому новый канал, он у нас в Бамберге, и длиной он, по-моему, 1800 километров. Все полностью, ну, же линяет. То есть фактически далее. Это улица, как бы водяная улица, да? Да, город? И вот были краны, вот за палаткой, за этой, отсюда вон там виден кран, который выгружал. А здесь баржи этими подводами с барж снимали там продукты питания, доски, все, что нужно, и разводили по городу. Но так как он был очень низкий, и пароходы стали выше, он практически пришел, ну, для внутреннего пользования. А вот эти гондолы, это к празднику города, как бы, Сен-Пьер. Да-да, я перечитала, что они настоящие из Венеции. Куплены из Венеции, и город выделял деньги там, да, это целая история. Один раз поехали и не договорились о цене. Второй раз поехали, договорились, не смогли купить, это до третьего раза смогли привезти. Сначала вроде одну привезли, да. А потом уже. Да, а потом уже было. Мы хотели смотрели даже. Потому что все время были же наводнения в Бамберге, да? В то время. Там Серега показывается, как идет. Последнее наводнение, по-моему, было в 1912 году. С тех пор, когда шлюзы построены, уже больше не было. Ну вот кусочек. О, какое тут течение? Сам замок Конкордия, вот он слева, вот эта вот часть, вот то. Сейчас там экскурсии проводят, там музей, но говорят, что очень красиво. Не было там, я была в Десауэ. Как в Стокгольме, помнишь, ты снимал? Ага, да. Наташа, однажды мне Семен Аронович давно-давно поручил двух женщин повозить. Одна мать какого-то крутого бизнесмена, ага. А вторая ее подруга, преподаватель в Харьковском каком-то там. Это давно еще было. Давно. Да, да, жили да. Они здесь на... Да, я их селила тогда. Ты их селила, я да. Селила. Но я их возил, она мне все время рассказала. Роман, я первый раз в жизни выспалась. Пойдемте, мы пройдем. Тут часто проводят соревнования байдарочников и так далее. А вон впереди, вон то здание, это уникальное здание, но есть книги Гиннесса. Да. Это единственный ратхаус, построенный на воде. История такова, что вся власть принадлежала церкви, а местное население уже в 14 веке хотело свое, ну, по-нашему, горисполком свой. Ратхаус – это горисполком. Они издали закон, на земле Бамберга ратхауза не бывать. Но про воду ничего не было сказано. Они взяли, намыли остров. На нем поставили здание, правда, сначала было деревянное, маленькое, с осторожкой. Сторожка осталась. С той стороны она осторожка сторожа есть. А потом построили вот это вот. Мы уже с другой стороны, он тоже стоит на как бы на прогрелся. Видео? Что? Видео? Видео. Шум воды. Да. Очень красиво. А интересно, здесь сейчас музей. Этот музей старого, очень интересный.
там фарфоровой посуде. И когда родители ели день рождения, дети могут здесь на какие-то одевать старинное платье, и они могли спрашивать свое день рождения. Так интересно, что праздновали это. Парик, парики надевают, на эти дамы платье надевают. То есть вот это та самая ратуша на воде, про которую говорил. Да. Он везде, когда говорят про Бамберг, говорят про вот эту ратушу. Которая была построена, когда нельзя было строить на земле, построили на воде. Ох, там смотри, структуры какие. Интересные. Так